Водозаборный узел в лесном городке на предмет износа проинспектировал депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков. Станция сетей водоснабжения построена более полувека назад, и с тех пор замены элементов и капитального ремонта здесь не было. На сегодняшний день есть необходимость проведения ее реконструкции, модернизации для того, чтобы жители получали качественную воду. У нас происходит достаточно большое количество аварий на сетях и внутри станции. Это связано с износом уже существующих сооружений, а также с тем, что та обвязка, которая была сделана при строительстве этой станции, она не удовлетворяет современным требованиям. Лесногородский ВЗУ состоит из 4 скважин общей производительностью более 2500 кубометров в сутки, 3 резервуаров с чистой водой, а также станции водоподготовки, которая была построена в 2013 году. Протяженность сетей водоснабжения более 5000 метров, и сегодня их техническое состояние не отвечает стандартам качества. Соответственно, мы будем менять обвязку резервуаров, менять обвязку самой насосной станции. Внутри. Мы сейчас подойдем, покажем. И, соответственно, будет изменена еще работа насосной группы. От ВЗУ «Лесной городок» водоснабжение осуществляется в 4 социальных объекта, а также в 27 многоквартирных дома и обеспечивает водой более 5000 человек. От жителей часто поступают жалобы на качество воды и примеси ржавчины. После проведения всех необходимых ремонтных работ ситуация кардинально изменится. Сегодня мы провели инспекцию, посмотрели, какие есть элементы, приняли решение о том, что можно заменить и какие работы можно провести в ближайшее время. Соответственно, как только эти работы будут выполнены, жители смогут получать качественную услугу водоснабжения регулярно, бесперебойно, 24 часа в сутки. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».